просыпайся. Алена, сучка, шмара ты, бечевка пьяная, рыжая. Алена, ты не Алена, ты Клавдия, ё-моё. Клавка. Всё? Давай еще поэротичнее как-нибудь сядь. Подожди, у неё не видно лица. Натюш, сколько тебе котиков? Бронзовый призер Лондонской Олимпиады, чемпионка мира... О, господи! Это что такое? Соронзондо... Я... Как это читать-то? Соронзонболдын... Соронзонболдын... О, Господи, дайте мне сил. Чемпионка мира Соронзонболдын Батцецек принес. А может быть просто Батцецек сказать? У них же имена не произносятся. Я снимаю, Стой! Ребят, ну он сейчас шею себе сломает, может стены снимать. Да похуй, давай! Внизу принял, чувак! Давай, ёпта! Господи, спаси, сохрани. Давай! Охуеть! Вот это да! Эми, ты видела? Ты видела это говно? Это круто! Ну давай, Игорёк, заходи. Ёб твоего! Ты куда? Ну, можно, если они не будут закрытого типа. А, слушай, я тебе объясню, я никуда не пропала. Все дело в том, что мою страницу в Одноклассниках заблокировали со стороны Украины и со стороны Пентагона и ЦРУ. Просто не нужно этому удивляться. Короче говоря, это закрытая информация, но я тебе просто говорю, что пробить ее хакерским методом просто невозможно. Я сама прекрасный хакер, но сделать это не могу в силу того, что... Очень сильная система, и люди работают с такого же компьютера, как у меня лично. Шоколадный зайчик, твой ненаглядный, пришел к тебе. Тебе надо холодного молочка попить на ночь и приласкать медвежонка. Медвежонка и шоколадного... Медвежонка тебе надо обнять Медвежонка тебе надо обнять. И выпить холодного молока на ночь. Как Сникерс, как Баунти, мои жены будут бы счастливы, я был бы счастлив.
счастлив, моя красавица, моя шоколадная конфетка ненаглядная. Я тебя очень сильно люблю, моя зайка, моя крошка ненаглядная. Я тебя люблю очень сильно, моя принцесса ненаглядная. Я тебя люблю очень сильно, мне очень нравишься. Не могу никак о тебе забыть. Мне очень сильно нравишься, я тебя люблю очень сильно. Это безумие. Умру скоро без тебя. Умру скоро без тебя. И никогда... Трясет меня, трясет. Смотри, тебе Делиан, смотри, сейчас пропустишь штану. Мы поженимся с тобой? Счастья нет. А почему никогда не поженимся? Мы когда-нибудь поженимся вместе. Я Гришу зовут. Да, Григорий. Что, блядь, убери руки!